рук моих подопечных. Моя сила измеряется миллионами людей. Гнев, злость, страсть — все это ниточки моих трудов в ад. Я огонь, я разжигаю пламя в ваших сердцах, чтобы видеть вновь и вновь свершения, поступки, открытия, на которые вы идете. И никто не в силах меня остановить. В этом мире столько суеты, спешки и переживаний. Чтобы увидеть главное, нужно остановиться, посмотреть глубже и увидеть, что каждый миг удивителен по-своему. Я вода, я стихия. Мои волны убаюкивают разум и успокаивают сердце, и очищают человека. Моя сила в успокоении твоих переделок. Приветствую, давно не виделись, а я как раз восхищаюсь своим превосходством. Становись, ты губишь людей, твое жестокосердие сводит с ума. Как много слов, вода, ты безмятежна и наивна, но попробуй доказать мне это по-другому. Среди вселенской суеты им покорилось мироздание. Огонь, пламя манят теплом. Вода стремительных потоков. Запрещено им быть вдвоем. Они как небо, одиноки. Кристалл двух самых сильных граней соединил их воедино. Его огонь, ее вода. Кристалл любви, рожденный ими.